Всем привет! Сегодня у нас будет распаковочка. Можно еще привезти. Снова пакетики. Это у нас карточки. У нас три пакетика сегодня. Одна двухсторонняя получилась. Carrying off на английском и carrying off на русском. На английском Apple карточка. Нов на английском, кэр на английском, нов на русском, кэр на русском. Так, это у нас первый пакетик. Apple iPods 3-Apple iPhone 15. Потом у нас второй пакетик. Apple iPods Pro-Apple iPhone 15. Потом у нас третий пакетик. Apple iPhone-Apple Watch. Так. Я все-таки делала айфону никуда карточки идти почему-то. А решила вот сюда вот прихобачить. А вот карточки у нас будут с вот этой стороны. Сюда решила, которые айфончики мне нравятся из другого каталога, я буду клеить сюда. Или всякие карточки. Так, мы сегодня начнем с айфончиков. Мы закончили 4 айфона, сейчас у нас еще 4 айфона завалилось. Так, начнем. Давайте возьмем сегодня вот такой фиолетовенький и вот такую фиолетовенькую карточку. Нет, вот такую вот, такую вот, такую вот, нет, вот такую и вот такую вот. Начнем с айфона нашего, тянем, сейчас показываем. Протянули. Здесь лежит iPhone, я достаю раз, два, там лежит пакет с iPhone, с чехлом. Так, смотрим iPhone, вот такой синий, темный, под номером 5, клеим. Сейчас при начале все клеим, потом берем чехол, смотрим его и тоже клеим. Ой, я не сделала, откуда подцепить его, оп, подцепился. Так, еще шикарный получился айфон. Закатай губу, раскатай обратно. Потом наш пакетик, который смотрим. Блин, я не рада этому чехлу. Такой чехол. Ну классно, такого еще не было. Сейчас мы его приклеим. Вниз, чтобы все подходило. Все шикарно. Вообще сегодня у нас iPhone вообще шикарный. Такой шикарный iPhone, который появится вообще. Так, теперь у нас карточки мы отматываем. Так, вот так. Начнем с Apple Care. Как классно! Просто я этот именно пакетик взяла. Вы не поверите. Куруми на канале. Куруми. 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 Вот такая вот классная. Попалась, я сама рисовала, не хитрила. Так, отклеиваем сейчас карточку нашу. Так. Под номером какая? Ну, пусть будет 6. Что номерок забыл написать? И в какую лучше? 5 может? Вот первый ряд шикарно все помещается, вот второй так себе, вот третий вообще. Так, ну все, вот так все классненько у нас. На этом мы прощаемся. На этом всем пока!